Всем привет! Это моя дочь Наташа. Сегодня мы хотели бы рассказать вам о том, как мы посетили магазин Кари. Он у нас рядом, торговый центр Кит, находится он в Ките у нас на первом этаже. У них проходит довольно интересная акция. Судя по тому, что они говорят, две пары обуви вы покупаете, третья вам достается в подарок. Мы купили Наташеньке вот такие сандали. Наташа, покажи ножки. Вот такие вот сандалики красивые. Боком ножку сделай, чтобы мы посмотрели. Вот такие вот красивые сандалики. Мне шлепки купили и кроссовки мне для похода в лес. Сейчас Наташа померяет мои шлепки. Она у меня большая девочка, 13 лет уже нам. Почти до меня доросла, догнала почти меня и по росту, и по размеру ножки. Мери шлепки, Наташа. Вот она сандалики снимет. Они очень удобны. Там ножка фиксируется плотненько. То есть даже если где-то запнется, где-то что-то. Наташа, там сзади замок. Зачем ты сбоку расстегиваешь эту? Мы еще не привыкли к сандаликам. Только-только купили. Я вообще очень странно выбираю обувь. Я прихожу в магазин, никогда не знаю, что хочется. Если вижу то, что понравилось, прямо вот очень-очень бывает, что нравится, и я сразу беру. Сейчас Наташа шлепки мои померит. Эти шлепки мне понравились сразу, и в них прямо вот девочка-девочка. Вот такие вот шлепочки на лето. Сейчас бы еще погоды хорошей дождаться. Боком ножку сделать. Вот такие вот красивые шлепочки. У меня под них есть юбка такого же цвета. Я думаю, что будет очень хорошо смотреться. И они очень удобные. Ножка прямо спит. Я обычно натираю ноги, а тут прямо думаю, что нечем будет натирать. И сейчас Наташа нам еще кроссовки покажет. Ну ты один хотя бы померить, два, это уж, наверное, нам не надо. Ну, кроссовки и сильно большие будут, дай бог. Мы еще не совсем скоро дорастем до 38 размера. Хотя вот 13 лет, она уже 36 размер обуви у меня носит. Вот такие вот блестящие. Но я думаю, что сильно-то по городу мне в них не ходить, просто в лес бегать. Они удобные у них. Хорошая стелечка там стоит, комфортная очень. Мне тоже в этом плане очень понравились. Вот такую обувь мы купили на лето. Спасибо большое, Наташенька. Снимай кроссовки. И вот смотрите, сумма в чеке. Сумма в чеке. Вот сандали женские они были. Так, 999 рублей с них нам скинули 200. 42 шлепанцы были 799, скинули 194, и кроссовки были, ну, почти 1000 без рубля, скинули 362 рубля. Общая сумма в чеке получилась 2504. Итого мы сэкономили 798 рублей. Вот так вот мы сходили в Кари. Мне вообще очень нравится их обувь. Мне как-то на нее везет. Я ее очень долго ношу. Всем спасибо за внимание. До завтра.